бля. Старт. Очень дружно пили лошади старт. Бронко и нефрит. Здесь же вторыми колесами Манхэттен лоб. На входе правый поворот. Уходи туда. В бровку уходит флагман. Молодец. Бег возглавил Алексей Васильев на нефрите. На вторую позицию переложился флагман. На третий Манхэттен лоб. К отметке первой четверти бег ведет нефрит. 30,5 секунды первая отметка дистанции за нефритом. На второй позиции флагман, на третьей Манхэттен Лок. Лошади на дальней прямой, впереди пока очень уверенно бег возглавляет нефрит. Однако достает его флагман по дальней прямой, захватывает в середине дальней прямой. И между флагманом и нефритом разворачивается борьба, и вот уже нефрит, извините, флагман перекладывается на первую позицию, и к отметке второй четверти впереди флагман. 31,4 секунды, это пока немного тише, чем в первом гите. Тем временем флагман возглавляет бег, а на вторую позицию перекладывается на входе в левый поворот Манхэттен Лоб. На третьей позиции нефрит. Флагман проходит левый поворот и подходит к отметке третьей четверти. Тридцать три и пять секунды. Третья отметка дистанции. Лошади вышли на финишную прямую. Впереди флагман на второй позиции Манхэттен Лоб, на третьей нефрит. К финишу подходит флагман. Давай, Серега. Вторым по ходу Манхэттен Лоб, третьим нефрит. Внимание, финиш. 2,5.